Здравствуйте! Быстрый обзор планировочных решений дизайнеров новостройки общей площадью 84 квадратных метра. Погнали! Сейчас я нахожусь в просторном коридоре, и вы видите, какой большой вместительный шкаф здесь расположился. Справа от входа располагается первый санузел, и это туалет. Гостиная кухня у нас состоит из двух комнат. Первое помещение отдано непосредственно зоне кухни. Обратите внимание, какой классный остров здесь расположен. И второе помещение предназначено для отдыха. Позднее здесь будет мебель и будет гостям очень комфортно. Идем дальше. И вот здесь у нас прячется гардеробная. Но мы на ней не будем останавливаться. Мы идем осмотрим следующие комнаты. Первая комната, которую мы посмотрим, это спальня родителей. Обратите внимание, какой интересный, большой и классный балкон. Идем дальше. И между комнатой родителей и детской комнатой у нас располагается вместительный большой санузел с коллекторной зоной и с большой ванной. И сейчас я нахожусь в детской комнате, и на этом планировка закончена. Как вам идеи дизайнера? Понравились? Комфортно расположили помещение? Напишите в комментариях.